Прошлогодняя ночь в парке по ажиотажу превзошла все ожидания. Праздничное мероприятие посетили более 1000 видновчан. Все волновались в прошлом году, но в итоге мероприятие получилось достаточно интересное, хорошее. Почти 1500 жителей пришло, молодежь, конечно, в основном. Время такое, в общем-то, позднее. Но чтобы люди понимали, жители, что ночь – это не означает ночь до утра. Ночь в парке – это вторая половина дня, вечер, заканчивается в 11 часов. То есть достаточно все, соблюдаются все режимы. В этом году место проведения акции осталось тем же – центральный парк города Видное. Гостей ждет много всего интересного. Начнется мероприятие в 20:00 с кинопоказа и выступления музыкальных коллективов округа на летней эстраде парка. Стоит отметить, что развлекательные площадки будут работать параллельно, чтобы каждый нашел занятие на любой вкус. Это кинопоказ на свежем воздухе, на наших пуфиках, мешках, как было в прошлом году. Очень много людей заинтересовало, на самом деле, вот, кинопоказы наши в парках. Поэтому также там будет проходить выставка. То есть это такой более спокойная зона, как у нас принято говорить, да, у молодежи лаунж-зона. Также гостей праздника ждет интерактивная юмористическая программа от видновской команды КВН и конкурс от телеканала «Видное ТВ». Мы зовем различные клубы, кружки принять участие в наших мероприятиях. Вот, у нас будет Вира и Зона, то есть это такое что-то более современное с шлемами виртуальной реальности. И любой участник может там присоединиться и попробовать, если никогда раньше не участвовал. Вот. На одной из площадок гигантская дженга, вот примерно моего роста. Это игра настольная, но уже более в таких больших масштабах. И будет немножечко поменьше, на самом деле, для детей тоже. Как рассказал директор видновских парков Моисей Шумаилов, в организации масштабной акции задействовано большое количество сотрудников нескольких управлений муниципалитета. Все управление по делам молодежи, культуры, спорт помогает, потому что это проект все-таки областной. И, конечно, администрация городского округа, руководители, заместитель главы Татьяна Юрьевна Квасникова, все здесь вот участвуют. А главным подарком для участников акции станет пенная вечеринка. По-моему, ни разу не проводилась пенная вечеринка. Нам хотелось бы познакомить наших жителей вот с таким времяпрепровождением. Ну и в конце, в самом конце, мы заканчиваем все мероприятие. Это расслаблением, йогой на неоновой нашей площадке. Мы ее подготовим, поэтому можно будет после пенной вечеринки окончательно расслабиться на йоге. Не пропустите уникальное мероприятие и проведите летнюю ночь в центральном парке города Видное. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.